Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Актер Александр Кузнецов, известный по роли в фильме «Джек Восьмеркин», американец, умер на 60-м году жизни, 6 июня. Об этом сообщил РБК актер и знакомый Кузнецова Денис Бондарков. У Александра долгое время была онкология. «Пришел тот день, когда его не стало», — сказал он. По его словам, информации по поводу прощания и места похорон пока нет. «Мы пока не комментируем», — заявил РБК сын Кузнецова Григорий Кузнецов. Информацию о смерти актера подтвердила организатор и продюсер шоу «Мисс русскоговорящий Лос-Анджелес» Лика Осипова на своей странице в Facebook. Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в Приморском крае. В 1985 году окончил театральное училище имени Щукина и был принят в театр на Малой Бронной. На счету артиста десятки ролей в кино. Помимо этого, он участвовал в ряде голливудских проектов, в том числе телесериалах «Беверли-Хиллз», «90210» и «Военная юридическая служба». Кузнецов также организовал Международную школу актерского мастерства.